летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я пиано отыщу и вспомню о Москве. Добрый вечер, дорогие друзья, поздравляем вас всех с праздником, и у нас на праздник большая культурная программа, и одно из главных событий этой культурной программы – это сегодняшний концерт. Этот концерт организован не просто так. Вы видите, что приехало 55 замечательных музыкантов из Израиля. И так просто это произойти не могло бы, если бы это не организовало правительство Москвы. Лично Юрий Михайлович Лужков принимал участие в том, чтобы эти ребята появились здесь. Мэрия Тель-Авива и много-много людей, которые приняли участие в организации этого концерта. Это один из лучших коллективов Израиля. Молодежный духовой оркестр. Давайте поприветствуем их на российской земле, в еврейской среде. Чтобы этот концерт прошел, приняли в этом участие. Такой есть международный центр, Московский центр международного сотрудничества, который по поручению мэрии Москвы взял на себя организацию приезда этого оркестра. Сам оркестр находится в одном из главных таких музыкальных центров, в музыкальном центре Тель-Авива. Ну и, конечно, участие в этом приняли и мы, Московский еврейский общинный центр. Вот давайте всем, кто принял участие, поаплодируем. Я думаю, что лучше всех нам расскажет об этом коллективе, прежде чем мы его услышим, а я уже слышал их на репетиции, должен сказать, что это прекрасный оркестр, вы получите массу удовольствия. Я хочу пригласить на сцену директора и художественного руководителя музыкального центра Тель-Авив-Яфо Веру Гольдштейн, душу этого оркестра. Вот пусть она расскажет, как это все начиналось. А потом я скажу дальше. Эрев тов. Шалом лекулхем. Орхим нехвадим. Хаверим якарим. Ивену шалом алейхем. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня так получается, что я сама себя могу перевести. Вы не возражаете? Или вы хотите более профессионального переводчика? Ну подумайте хорошо. Мы, молодежный оркестр мэрии Тель-Авива, приветствуем вас в Московском еврейском общинном центре. Наше появление здесь отнюдь не случайно. В этом году Израиль праздновал 60 лет со дня основания.
Это очень важная дата. В этом году мы будем праздновать столетие Тель-Авива, города-побратима Москвы. Что может быть лучше? Получить подарок, который получает общественность Москвы, еврейство Москвы, видеть из Израиля то, что нам более всего дорого. Это наше молодое поколение. Я хочу в первую очередь поблагодарить правительство Москвы за предоставленную нам возможность привести нашу молодежь сюда. И вы знаете, русская пословица говорит: лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Правильно? У вас сегодня уникальная возможность. Вы видите их, вы слышите их. И я хочу пригласить на сцену главного раввина России, господина Берн-Лазара. Я знаю, что он нашел время поприветствовать нас. Адон Берн-Лазар, Таливак Шаликан. Дорогие друзья, с праздником! И действительно, большой подарок для всех нас, что в середине праздника, праздник Суккот, праздник, который Тора называет веселый праздник, «Весамахта бехагеха», мы получили такой подарок, что музыка точно радует нас. Еврейская музыка обязательно радует, а когда еврейская музыка идет от молодых ребят, от молодежи Израиля, это радует еще больше. Действительно, я думаю, что, наверное, несколько из них тоже понимают на русском, да? Есть? Но я хотел тоже их поблагодарить за то, что они приехали сюда, за то, что они радуют нас. Поэтому я скажу несколько слов на иврите. Но я думаю, что это с Божьей помощью будет хорошее начало. Здесь было сказано, что мы празднуем 60-летие Израиля, столетие Тель-Авива. Наверное, это новый этап в наших отношениях между московским правительством и тель-авивским, между Израилем и Россией в целом. Дай Бог, чтобы эти отношения только улучшились, что наша дружба стала еще крепче, и чтобы мы танцевали в Израиле, чтобы они танцевали здесь, чтобы мы всегда радовались вместе. С праздником! Хаг Самеах! Они בעצם רוצה רק לפנות אליכם כמה מילים. תודה רבה שהגעתם, תודה רבה שאתם חוגגים את חג הסוכות איתנו פה. אני בטוח שחלק מכם חשבתם תגיעו למוסקווה, כנראה הכל שחור, אפור, אין יהודים. אז אם ירצה השם, הלילה עוד נתוועד ביחד, נאכל בסוכה ביחד, נשיר ביחד ונשמח ביחד. אני חושב שזה הסמל של החג שלנו, חג הסוכות מסמל את השמחה. אז גם בזמנים הכי קשים אנחנו תמיד ידענו לשמוח, לרקוד, לשיר, שתמיד השמחה הזאת תלווה אותנו כל החיים. תודה רבה. אל תלך בבקשה. אנחנו חשבנו מה להביא לבית כנסת מרין הרושה. אנחנו רצינו שיהיה לכם פה איזשהו דבר נחמד, תזכורת. Мы думали, что привезти сюда, в Марину Рощу. Мы хотели бы, чтобы от нашего выступления осталось не только приятное впечатление, но и какая-то память. Мы думаем, что вот эти скромные сувениры за Бишвильха, вы Бишвиль Бет Кнесет, вы от Анирациты Шаматана, зот улайте бахедер шилха. שאתה תרים עיניים, שיהיה לך ככה קצת יותר חם ללב.
ועוד רבי, אתה יודע מה אני חשבתי על מתנה אישית, שאתה תלך להתפלל, אז העניבה יכולה להיות שלך. והעניבה היא לא רגילה. Я хотела сказать, что кроме нашей фотографии, мы еще привезли Раби личный подарок, галстук. Он очень скромный подарок, потому что этот галстук, с одной стороны, это недорогая вещь, это очень простая вещь, но с другой стороны, этот галстук сделан руками израильского подростка, которого удалось из какой-то проблемной ситуации вернуть в нормальную жизнь и дать ему возможность заняться искусством. Я считаю, что этому подарку нет цены. Спасибо огромное. Я думаю, что нам нужно передать им подарки, а что получить подарки, даже стыдно. Но действительно, они уже сделали нам подарок, то, что они приехали сюда, то, что они выступают сегодня перед нами. Но вообще, если смотреть в общую ситуацию, то, что сегодня в мире финансовый кризис, я думаю, что этот концерт как раз вовремя. Если вы заметили, наш праздник Суккот, несмотря на все трудности, которые вокруг, идет на полном ходе, по полной программе. И это знак, то, что евреи никогда не отпускают руки. Даже когда трудно, не знать, что нужно веселиться, нужно вместе радоваться. Но в этом году нам повезло, что один из наших близких друзей, спонсор общины, Хаим Татарашвили, Раб Хаим, взял на себя обеспечивать все, что нужно для праздника Суккота и для Симхас Тойра. Поэтому, наверное, вы заметили, что, слава Богу, круглосуточно можно зайти в шалаш, поесть, сказать лахаим. И в Симхас Тойра будет такой праздник, который наша община еще не видела. Поэтому приезжайте всех, приходите всех, и будем радоваться вместе. Я думаю, что, наверное, правильно было, чтобы Хаим, который все сделал для нас, он будет вручать маленький подарок от нашего имени. Это оркестр, это... Это память о том, что происходит сегодня в России. Спасибо еще раз. Тода раба. Аз эгэ зман леатхил эта концерт шелан. Пришло время начать наш концерт. Я хочу пригласить сюда нашего дирижера, известного в Израиле музыканта, маэстро Йоси Регев. שלום עליכם.
Мы бы хотели, чтобы вы сегодня познакомились с израильской музыкой, поэтому произведение, которое вы сейчас услышите, это израильского композитора в обработке для оркестра Иосиф Грациани. Называется это «Рыбаки». Адаягим.